Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами находимся в Италии. Поло встречаются коллективы Modum из Италии и Knack Roeselare из Бельгии. Итальянец. Первый розыгрыш мы с вами смотрим. Ну и сразу же удается Модене смягчить и открыть счет в этой встрече. Ну вот так. 1-0. Сразу же Драган Станкович выпрыгивает. Немножко коряво, но самое главное действенно. И об этом тоже поговорим подробнее. Но пока смотрим, как Пабло подает. И очень неплохо включается Модена. У Пабло Кукарцев выходит. Что ж, самое время рассказать про него. Сын бывшего связующего сборных СССР и России Сергея Кукарцева и Людмилы Кукарцевой, тоже волейболистки. В общем, ну, уехали они. Представьте себе, вы ведете в серии 2-0, играете дома, после этого Кубок ЕКВ, ну и казалось, спокойно делаете 3-0, потом разбираетесь уже в Еврокубке в финале и дальше полуфинал. Но не тут-то было. Команда проигрывает 0-3. Вот сейчас важно, конечно, мяч. 20-22. Блокаут случился. Ну вот она, подача. Кстати, хорошая. Хорошая. А дальше отработать, смягчить нет. Нет, Кукарцев. Пришел Пабло Кукарцев и решил исход первой партии. 25-21. Knack Roeselare выигрывает первый сет. Выбить не удалось соперника. Атака из четвертой, ну, какая-то половинчатая. А сейчас нужно уже обороняться, и с обороны не выходит у Roeselare. И Модена забивает. 3-1 счет становится. Еще раз давайте посмотрим. Свой мяч Сангинетти. Уже и первый темп во второй партии тоже хромает. Ну вот здесь Нгапет разобрался, так что выравнивает счет 6-6. Но в любом случае со скрипом идет игра у Модены. Хорошая подача. И смягчить удалось, но поднять не вышло. Поднять все-таки не получилось. Замены имеются. Очень тяжело сейчас было принять, но справляются. И атака есть, однако шанс у Модены будет. Поднимают Хюлст. Переходил Хюлст. Хюлст что творит? Оставляет мяч в игре Стейн. Еще одна защита нужна. Смягчили. И будет атака у Кнака. Хюльст. Поднимают опять. Поднимают. Невероятные игроки Кнака. Оставляя мяч в игре. Еще одна защита нужна. Аут! Аут! Кнак выигрывает очко и подает Верханеман. Попробует сразу завершить. Спокойная подача. А дальше в аут. Но будут проверять или нет? Лагумджа попал. Смотреть не будут. Будет рисковать. Ну и все. Вот, вот он. Вот он, Эрвин Нгапет. Четвертьфинал Кубка ЕКВ. Назвали захватывающим триллером, достойным Netflix, похожим на Академию Амбрелла, где 6 супергероев с особыми способностями работают вместе, чтобы спасти мир. С Белхатовым, с командой Скра из Польши. В первой игре выиграли 3-1, во второй победили 3-2. Ну и, кстати, впервые тайбрейк зацепили именно в том матче. Продолжает Ринальди подавать. Здесь есть прием, а дальше... А дальше, посмотрите, Лагумджи цепляется за мяч. Нгапет. Поднимают. Нет. Повели. Повели итальянцы. 10-9. Все-таки выходят они вперед. Справляется Модена. Впереди Roeselare. Подает Кукарцев.
Касси не принимает. А дальше Нгапе Пайп исполняет. Куда мяч прилетел? Эрвин забирает. Еще одна атака. Вот тут уже забивает Сангинетти. Ну, а это Пабло Кукарцев. А может быть Эйсом? Эйсом! Да, это точка! Пабло Кукарцев! 25-21 в пользу команды КНАК Руселары. Это великая победа в первом финальном матче. Спасибо вам, что смотрели, поддерживали свои команды. Для вас этот матч на телеканале «Старт» комментировал я, Дмитрий Лосев. До новых встреч, друзья. Пока-пока.